И всем привет, дорогие друзья, это мистер Зани, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт, выживание, легкие, дополнительно, что мы возьмем, начальную карту, бонусный сундук и координат, собственно. Let's go, я сейчас приболел, выпал первый снег, я в этот же день и заболел, хз, как это... случилось, но в принципе видос могу записать. Сейчас сижу в пледе дома, попиваю чаек, уже выпил 6 кружек чая. Вот. Сейчас поиграем в Майнкрафт. Давно я уже в него не заходил. Давно не играл. Так, карта, создать карту. Ну, хоть нормальный этот, в принципе, мир. Мне сейчас очень, ну, очень неудобно играть, потому что у меня кличка на телефон, и у меня тут штука торчит из USB порта. Так, в принципе, побежали куда-нибудь, не знаю куда. Можно по карте немного посмотреть. Давайте побежим. О, свинкус. Надо каменный топор. Я даже не посмотрю, кстати, что мне выпало-то. Иди сюда, Свиндус. Ну, вот, сам в канал и забежал, как бы. Не моя вина. Так, короче, побежали. Нифига тут полянище. Надо вот, ну, где-то вот здесь вот я и сделаю домик себе, наверное, да? В принципе. Ой-ой-ой, тут еще и пчелки. Все, короче, тут я обоснуюсь. Вот так, тут еще и пещерка рядышком прям. Да. Так. В принципе, надо этот немного дерева подобывать. Кстати, пишите, как у вас дела. Что вы вообще делаете? Как настроение? Скоро будет Jingle Bells еще. Вообще классно. Не знаю, может, выпущу ролик новый. Почему-то. Не знаю почему, но что-то выпущу стопудово. Так, там взяли. Я, наверное, сделаю себе подземный домик небольшой, да? Да, лучше подземный делать, потому что, собственно, меньше всего будет. Меньше всякого говна. Так, let's go. Блин, как же неудобно играть. Надо до камня хотя бы докопаться. Вот он. Как раз. И камень. Ну, на такой высоте, я думаю, чем делать слишком большую. Я не знаю. Да боже. Чего не копается? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ой. Блин, долго как. Чисто еще немножечко расширивать будет нормально. Четыре на четыре комнат будет. Я сделаю сначала один отсек, потом побольше. Побольше, побольше, побольше. Вот так как-нибудь. Так, камушка нафармили. Сразу надо факелы поставить. Потом, что мы делаем? Сразу делаем верстак. Так, сюда. Сундук вот сюда. Сундук поставлю сюда, верстак вот сюда вот. Так, сразу делаем печку. Угу. Так, сюда мы делаем себе кирочку. Ну, в принципе, топор у меня есть. А, ну, только вот это надо сделать. В принципе, 12 штук, не знаю, хватит, нет. Так, сейчас надо ее побольше выкопать.
Раз. Да ё-моё. Кстати, ребята, если хотите, могу выпустить этот какую-нибудь серию по Roblox. И у меня есть на примете один симулятор, который мне очень-очень нравится. И там у меня, ну, нормально так смертей. Ладно, это симулятор канавы. Мне либо этот симулятор нравится, заходит. Прикольный вообще. 1200 чем-то смертей там. Могу, в принципе, сделать какой-нибудь видосик об этом. Так. Ладно, допустим. Так. Чтобы сделать 10 люков. Так, 2 люка. Тут двоих не хватит. Еще один надо. Раз, два. Я пройду? Смогу? Пройду. Блин. Ненавижу. Еще приходится тратить дерево много. Так вот все открываются. Закрываются. Три. Ну, тут уже никто не пройдет. В принципе, будет видно, как этот небо, когда ночь, когда не ночь. Кстати, погнали барашка поищем. Так, коровуш, иди сюда. Где мой топорик? Погнали. А чё я... А, ну да, логично. Ах! Привет. Бежим, 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 бежим. А где мой дом? А где мой... А, вот тут. А, да? Ой, блядь. Иди в жопу. Нет. Нет, чупакабра, отстань от меня. Пофиг, вылезу. Уйди от меня, падла. Нелюдимая, уметой. Надо сейчас мясо нафармить. Блин, где овечки? Мне нужен овечек сюда. Потому что этот... Как бы надо немножечко мне этого. Как оно... Блин. Шерсть его вспомнил. На мясо. На мясо! Пойду... А, у меня... А, я подумал, что у меня топор сейчас сломается. Принципе, вот так вот. Тут-т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 ут. Немного надо пофармить. Нифига, тут, кстати, дерево жесткое. Мощное прям. Да ё-моё. Да ё-моё. Ты шо, падла? Всем... А ну, о, так тут еще одна шахта, да? Или это не шахта? Уголь, 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 уголь. Он мне очень, очень нужен сейчас. Имба. Угля тут как по-моему, очень и очень много. Это очень и очень, собственно, хорошо. Так все течение, в принципе, сюда будет забивать. В принципе, все мне в инвентаре так будет падать. Ах, фу. Так, все выкопал вроде бы. Все выплыл наконец-то. Так, мой домик тут. Аспинтус еще один.
я убил его, да? Так, в принципе, можно уже заходить домой. Овечка, 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 овечка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чтобы не втыкало. Ебать там этот шахта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я туда спущусь обязательно. Там вижу паучка. С этот... Как он? Слайм прыгает. Так, ой-ой-ой. Все-все-все-все-все. Я залазю. Овечка, 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 привет, привет. А что ты тут забыла? Да, иди сюда. Фух, правда, кожа не та. Так, все, прыгаем. Там осел. Ладно, пофиг, все, надо закрываться. Все, закрылся и больше не вылезаю. Так, что нам надо сделать? Нам надо уголь сюда, мясо сюда, землю сюда, рыск сюда, камень сюда, мясо ставлю сюда, 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 блин, сюда, 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 в принципе, все, да. Так, 84 бревна. Е-мать, почти полтора стака, короче, у меня. В принципе, норм. Так. Мяско плавится. А что тут? Ночь уже, да? Скоро должны быть скелетики, скелетики. Ну что ж, ребята, мне кажется, на такой прекрасной ноте нам стоит закончить. С вами был Кавычный Мистер Зенни. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите комментарии. Ну а пока, пока, дорогие друзья.